Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Состоялась встреча с офицерами, курсантами и профессорско-преподавательским составом училища. В своем выступлении министр обороны поведал об исторической значимости победы в Отечественной войне. Была особо подчеркнута важная роль моральной и политической поддержки братской Турции во время войны. Поздравив личный состав с началом нового учебного года, министр отметил, что высоко ценит героизм и доблесть, проявленные воспитанниками военного училища во время Отечественной войны. Министр обороны также ответил, что кадровые реформы, проводимые в азербайджанской армии с применением передовых технологий, играют значимую роль в усилении нашей армии. Отмечалось, что проведение программы подготовки военных специалистов в высшем военном училище в соответствии с программами, применяемыми в военных школах Национального университета обороны Турции, является одним из важных шагов в направлении подготовки профессиональных офицерских кадров в азербайджанской армии.